Дарья, меня зовут Ангелина. Я сегодня буду красить ногти и буду наклейки ставить. Все такое классное, блестяшки. Очень будет классно. И все они будут разные и очень круто. Ну, давай открывать. Давай. Ура. Это такой набор у нас, да, называется Nail Spa. Такой спа для ногтей, да? А, пари, да? Party. Такой пати. Оно в России называется это пати. Пати. Да. Ладно. Давай, показывай, что там есть. Там столько всего, много интересного. А ну-ка, давай я приближу, мы посмотрим. Смотри, такие подушечки, чтобы разделять наши пальчики. Это для педикюра. Да. Всякие наклеечки, такие сердечки, всякие звездочки. Пилочки. О, даже вот есть пилочка в виде сердечка, блестящая вся. Наклейки такие всякие на ногти с разными рисунками. Всякие, смотри, блестяшки посыпать на ногти. Да. Смотри, 4 у нас цвета есть. Да. Оранжевый, фиолетовый, розовый и зеленый. Давай доставать. Ну, давай доставать. Давай, это я уберу. Пилочка. Пилочка. А ну, посмотри, у тебя ногти твои все подпилены? Подпилены хорошо ногти? Да. Да? Блестящие. Красивая. Переливается так. Это для педикюра, разделять пальчики, чтобы не запачкаться. Еще одна, да. Все блестящее. Все, вот ну конечно. Это же как пати, смотри, такое все блестящее должно быть, да? Нарядное. Хорошо, а это что такое? Это наклейки. Ух ты! Для ногтей. Для ногтей наклейки. Вот это как они приклеены не будут. То я уже эту порвала. Ну ничего, давай одну оставим. Покажи, что там еще есть. Что там есть еще? Много. И это что такое? А, это лаки. Наши. А ну ставь на стол лаки. Давай будем мы смотреть. Давай вот так зеленый. Вот. Зеленый. Ага, зеленый. Слушай, а красивый цвет? Да. Ну такой яркий. Розовый. Розовый. Угу. Фиолетовый. Давай, фиолетовый. И последний оранжевый. Оранжевый. А ты каким хочешь красить ногти? Зеленым. Зеленым? Я никогда не красила. А это что такое? Блестяшки. А, блестяшки посыпать. И еще розовые блестяшки. И голубые. Ага. Блестяшки. И белые. Белые красиво, я да? Сейчас, да? Ну, давай. И еще наклейки. И опять приклеены. Одна. Давай, ну, одно и то же, да? А что там, дай посмотрим мы поближе. Смотри. Что там? Такие линии, чтобы делать линии. Такую линию, они такие наклейки. Точно. Смотри, наклейки вот это, и ставить линии, потом красить на эти линии, и будет одна линия без лака. А можно эти линии оставить там даже? Да. Она сейчас так модно, знаешь, такие сейчас полоски такие разноцветные, будет круто. Ну что, давай сделаем хотя бы правую ручку твою, да? Или мы сделаем какую? Ты сделаешь... Два. Ну, мы можем, давай попробуем пока одну, попробуем, как мы будем делать. А если хорошо, мы другую сделаем. Да, конечно. Ну, давай сделаем все ногти, чтобы были разные, чтобы мы посмотрели, как что. Давай сначала покрась, наверное. Да. Один. И розовый. Ну, давай, крась. Все зеленые, а вот эти розовые. Ну, ты сделай каждый пальчик, чтобы был разный. Смотри, у тебя вон там есть, смотри, вот тебе наклейки красивые на ноготь. Это уже закроем твой ноготь один. Потом можем другой покрасить. И всякие наклейки. Потом да. На другой тоже другим цветом покрасить. Я и блестяшки. Да, ну давай, бери клак. Сначала давай один ноготь крась. Какой будешь красить? Каким цветом? Вот этот зеленый. Ну давай, крась. На тебе, смотри, бумажную такую салфетку, полотенце такое бумажное. Ложи ручку. И буду красить. Ой, какой яркий цвет. Как лягушка.
Ты будешь у нас миссис лягушка Анджелина, да? А ну покажи. Залезла? Ровно? Да. Хорошо. А ну подожди, мы не видим. О, ага, хорошо. Это не пахнет вкусно. Не пахнет вкусно? Как другие. Ну давай, теперь как раз другим цветом. Сейчас их все сделаем разноцветные. Да, давай теперь фиолетовым. Вот мы с мамой накрасили все. А покажи вот наклеили. Этот, наклеили, ну покажи, поближе, покажи нам этот палец. Ой, вообще, наклейки красиво смотрятся. А покажи вот эти другие пальчики. Мы накрасили каждым цветом, да? Да, который там есть. Здорово, такие яркие, красивые цвета. Ну давай теперь разукрашивай, украшай свои пальчики. Бери вот эти наклеечки. Окей, А ну проверь, твои ногти уже высохли? Чуть-чуть еще. Надо их подождать. А мы пока будем пилить. Вот этот. Давай, пока пилим. Будем на один делать блестяшки. Давай, на какой мы ноготь будем сыпать блестяшки? Давай на розовый. На розовый, оранжевый блестяшки? Да. Ну, давай. Ой. Ой. А ну теперь оттрухни свой пальчик. А ну-ка. Ой. Нет, трухнулся. Так сильно трусишь, сейчас у меня вся будет кухня в твоих блестяшках. Красиво? Сильно его. Прилипло? А ну покажи. А ну покажи. А ну ближе так пальчик нам вот так вот поднеси. Ближе, ближе, ближе. Прикольно. Окей, хорошо. Давай дальше. Теперь бери наклеечки и клей на свои пальчики. Окей, они высохли. Я могу уже клей. Давай, уже клей, уже будет хорошо. Звездочку розовую. На фиолетовый. И на фиолетовый еще одну звездочку, на другую какую-то. Я сейчас приклею и покажу. Давай. Так что мы их вот так классно сделали. Ну, расскажи нам. Звездочкой, мизинчик, а вот этой с блестяшкой, конечно. Это мы попробуем с линией такой. Угу. А ну этот, покажи нам. А вот этот мы сердечко сделали. А вот это просто так. Ну положи ручку свою на белую салфеточку, я хочу посмотреть. О, я вижу, как блестит твой оранжевый палец. Да. Розовый. Он розовый, но с оранжевыми блестками, да? Да. А на зеленом что, у тебя наклеечка? А покажи, который с наклейкой, большой пальчик твой. Вот. Наклони его немножко. Ну, наклони ко мне. Вот такая наклейка. Красивая. Мне надо тоже маникюр себе, чтобы ты мне сделала. У меня уже татушки делать, а теперь уже маникюр. Вот работа. Да, вот работа у тебя. Ну что, понравился тебе твой набор? Да. Ну, говори всем до свидания, до следующих встреч, до новых встреч, да? Да, до новых встреч!